Как не стать для своих детей автоматом по выдаче денег? Это не очень смешной вопрос. Он достаточно грустный на самом деле. И, естественно, ситуация, да, когда родители вдруг оказываются, что они для своих детей только интересуют их поскольку они могут дать им денег. И это начинается выкачивание денег, и родители чувствуют, что из них просто и это надо, и снова это, я уже вчера тебе дала, тебе снова понадобилось. И получается такая система отношений, которая построена на выдаче или просьбе, или выкачивании денег, или... и все вокруг этого, это такой комок нервов происходит, и родителям очень обидно, что моему мнению даже не спрашивают. А что сразу, почему деньги, а куда, зачем, а сколько, почему? Очень тяжело остановить это. Но мы можем попробовать, когда дети еще не очень большие, когда они еще маленькие. Или когда вы уже находитесь в этой ситуации, что вы чувствуете, что работаете каспоматом, из вас только выкачивают деньги, интересуются вашим мнением, вашим чувством. На самом деле... А ответ, он, насколько он абсурдный, настолько он действительно реальный. Это давать, и давать заинтересованностью, и давать с радостью, и давать до того, как вас попросили. То есть очень часто самим быть инициатором того, что у вас, чтобы дать. Есть какие-то вещи, которые вы знаете, что сейчас подойдет это время, и ребенок попросит деньги. Нужно заплатить, например, за кружки, или нужно заплатить в секцию, нужно заплатить за книги, нужно заплатить за тетради, нужно заплатить перед праздниками на подарок учить, нужно заплатить, потому что все скидываются там куда-то чего-то. Вы знаете, что эти платы, они так или иначе. И ребенок приходит. Так, сколько, почему? А в прошлом месяце, а ты положила, а ты смотри, а почему? А вот, понимаете? Начинается какое-то выяснение, какие-то нервы. Вы знаете, что это? Значит, надо дать, постарайтесь дать, и постарайтесь дать по своей инициативе, и постарайтесь дать заинтересованно. И если у вас будет инициатива, то вы уже не будете каспоматом, вы уже не будете автоматом. Вы будете заинтересованной стороной в том, чтобы вашему ребенку было хорошо. И вы его сообщник, и вы его союзник, и не автомат.